Творчество писателя Сергея Аксакова так или иначе относят к Ульяновской области. Сказку «Аленький цветочек» краеведы связывают именно с Симбирским краем. Память писателя в регионе чтят и по сей день. К 230-летию со дня рождения литератора Ульяновская областная библиотека для детей и юношества имени Сергея Тимофеевича Аксакова подготовила ландшафтный фестиваль «Аленький цветочек». Идея этого фестиваля ландшафтно-цветочного зародилась очень давно. Мы считаем, что это уникальная и очень актуальная идея проведения таких фестивалей. И мы очень хотели превратить наше пространство околобиблиотечное в удивительный мир открытий для наших пользователей, чтобы горожане, гости нашего города могли оказаться в привлекательной атмосфере. Праздник лета цветов и улыбок. Пространство перед зданием библиотеки превратилось в волшебную цветочную поляну. На созданной аллее представлены цветы Аксаковского края и композиции ульяновских мастеров. Вниманию посетителей представили 24 цветочных насаждения, символизирующих 24 муниципальных района нашего региона и различные цветочные композиции, которые так или иначе связывают с творчеством Аксакова. Приглашенные ландшафтные дизайнеры городского центра по благоустройству и озеленению и садоводы, чьими руками была создана цветочная оранжерея, своей работой довольны. Самая основная композиция у нас «Аленький цветочек». Она соответствует нашей эмблеме. В нашей библиотеке работает дизайнер, с которым мы много работали. Были продуманы несколько вариантов, и этот был выбран как оптимальный. И благодаря нашим спонсорам, нашей поддержке, вот у нас получилось и ярко, и красиво, и нас радует. Для самых маленьких посетителей подготовили литературно-творческую программу. Ребята побывали в гостях у Пелагеи Ключницы, узнали о детстве маленького Сережи Аксакова, его жизни в Симбирской губернии, о его увлечениях и любви к природе. В этом им помогла подготовленная сотрудниками библиотеки большая коллекция книг. Сами ребята иллюстрировали, сами украшали каждую страничку. Вот, в общем, вот такая вот книга вышла у нас. Ребята также познакомились с изданиями о цветах, после чего поучаствовали в мастер-классе по изготовлению аленького цветочка. Идея ландшафтных фестивалей не нова, но по-прежнему актуальна и уникальна. Алина Тихонова, Александр Кудряшов, Улправда ТВ.